спрятать смертоносное объявление под слоем краски. В Чебоксарах стартовала акция «Здоровый город» по закрашиванию рекламы наркотиков. Молодые люди ходят по дворам и проверяют стены домов на наличие надписи о продаже психотропных веществ. Вместе с волонтерами в один из рейдов отправилась и наша съемочная группа. Эти гаражи примыкают к детскому саду одного из домов по улице Эльгера. Большинство местных жителей даже не догадываются, что именно скрывается за такими вот объявлениями. Трудно поверить, но это настоящая реклама продажи наркотиков. Вооружившись баллончиками с краской на борьбу с загадочными записями, выходят волонтеры. Они знают, какую угрозу таят в себе эти надписи. Я полностью поддерживаю эту акцию, так как я за здоровый образ жизни. Я поддерживаю позицию, то, что Чебоксары должна быть спортивной столицей. И тут не должно быть таких реклам, тем более публичных, на которые ведутся дети. Красные круги, оставленные добровольцами, возможно, выглядят неэстетично. Но то, что было прежде, тоже далеко от эстетики. К тому же очень опасно. Волонтеры уверяют, уничтожать следы наркоторговцев они готовы везде. Активная работа ведется в интернете, когда мы принимаем жалобы с населения при виде рекламы наркотических средств, они могут нам написать. Но здесь мы хотим все-таки чуть-чуть систему изменить, когда добровольцы, мы то есть провели активную работу по набору добровольцев, каждый желающий мог войти в команду проекта, мы будем делиться на квадраты и обходить город своими ногами. То есть непосредственно не ждать, когда к нам напишут, а сами ходить, мониторить, искать и также бороться с данной рекламой. Чебоксарская молодежь намерена развивать антинаркотический проект. Через 2 недели появится так называемая кибердружина, которая будет бороться с рекламой наркотиков в интернет-пространстве. Таким волонтером может стать любой желающий в возрасте старше 18 лет. Набор уже объявлен. Рифат Фаткулин, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика.